Через самый худший период жизни провел салагу, а он оказался лишним. Жены его подружки веселились, сильно усложнили, слились. Сам виноват, ревел и не мог разрулить, влетел. Но я вписался и все уладил, пожалел паренька, а он нагадил. Он был благодарен, пожалел его как человека, а он в угаре. Потом насрал на меня цапля, это была последняя капля. Погано быть рядом с теми, кому больно, корчить грустную мину, вздыхать прикольно. Банальность, а внутри черти месяц. Сам как конченый лицемер, люди бесят. Загадочная штука, местами бывает тяжело, брату. Ведь он был убогим торчком и мечтал о моем крахе молчком. Он сливал людям грязные фантазии о фильмах, о мафии, когда были оказии. Умирали друзья на глазах. От горя места не находил в слезах.